Какая экономика? День Конституции, которую мы сделали, ЛДПР сделали. А, ну да, правильно. Это Ельцинская Конституция. Если бы не ЛДПР, Конституции бы не было. В чем беда Ельцина? Это... Но он в определенном смысле это ценил. Он мне генерала присвоил, чиновники замотали. Я полковник, он дал генерала, чиновники замотали. То есть я генерал, он молодец в этом плане. Ценил. То есть Конституция была принята только благодаря поддержке избирателей ЛДПР. Все, кто проголосовал за ЛДПР в декабре 1993 года, эти же голоса засчитались за референдум по Конституции. Вот почему нам не мешали. Вот почему были нормальные свободные выборы. То есть они могли помешать ЛДПР, но они понимали, что только я буду агитировать за Конституцию, а Ельцину нужна была Конституция, иначе он нелегитимный. Все. То есть это мне помогло. Катастрофа. Одну Конституцию остановили, новую не приняли. Кто примет? Я обратился к народу, они видели, что я за нее. Они стали мешать мне. Полный эфир, каждый день в эфире. Не мешают. Все. Победа ЛДПР. А на выборах стали уже косить. Все. Конституция принята, Жириновский не нужен. То есть как бы... уже им не нужно было ничего. 99-й импичмент нужен. И вот уже старик совсем заболел уже. В благодарность ничего. А в прессе пишут, ему заплатили. Дайте, я возьму. Ничего не дали. Ничего не дали. А он, наверное, Ельцин ему заплатил. Где заплатил? Дайте, с удовольствием взял. Ничего не дали. В этом смысле это мошенничество. Мошенник, он чем мошенник? Он обманывает. Он не дает. Я тебе дай деньги, я тебе квартиру сделаю. Деньги взял, квартиру не дал. В этом же мошенник. Так и тут. Мол, импичмент не поддерживайте. Хорошо, так ничего не дал. Мог дать, мало того, что не дали, от выборов отстранили. То есть двойное мошенничество. Двойное. Но в прессе проходит до сих пор, что я все получаю. Что я получаю? Это моя позиция. Сейчас я Вашингтону тоже заплатил, да? Я говорю, что надо сбежать с Вашингтоном. Через год, скажу, Жириновскому заплатили, он стал Вашингтон, привез его нам с деньгами, да? Ну, идиотизм. То есть постоянный обман. Как и нормальное отношение к Израилю. Мы никогда не были антисемитами. Это пресса придумала. Пресса придумала, и вот антисемиты. Какие антисемиты? Никогда не было. Книги мои дали вам это? Иван, запахни душу. Вот даем книги, несколько книг. В Израиль отвезите, пусть читают. Там все про евреев написано. Лучше, чем книга «200 лет вместе» с Солженицыным. Так позвали меня на передачу «Свобода слова», Шустер. Сделали передачу, не выпускают в эфир. Ну, демократия? Ну, где демократия-то? Потому что я там так повел передачу, поломал сценарий. Они позвали людей, чтобы люди как бы в поддержку Солженицына. А я своим выступлением, ты толстую дай в Израиле, толстую дай. Это испугались мои специалисты и сделали усеченный вариант. Ну, вот. Утомленная планета, вот я все это написал, что мир устал уже. А все эти гадости, фальши, лжи. Все, возьмите на максимум туда, у вас там же много русскоговорящих. Несколько пакетов, положи и то, и то. Несколько пакетов. Положи, побольше, быстрее. Ну где Бояров, быстрее работайте. Чего по одному ходишь? Это вот как бы все, что можно сказать. 500 страниц. Спасибо большое. Это вот пускай читают там. Вы можете сделать...